Во время остановки ГП-3С заполярного месторождения на одном из клапанов импортного производства заменили комплект уплотнений. В рамках опытно-промышленных испытаний оригинал заменили на российский аналог Уральского инновационного завода импортозамещения, сокращенно ИЗИ. Визуально уплотнения друг от друга не отличаются. В упакованном монтажном наборе комплект колец разных диаметров также изготовлен из фторопласта с гибкой пружинной сердцевиной. Она необходима для того, чтобы уплотнение раскрывалось при давлении. То есть уплотнение раскрывается губками, получается, происходит само уплотнение. Подрядчик, представитель Уральской газовой ремонтной компании, обслуживающей на территории России в том числе и эти клапаны, говорит, что уплотнение ИЗИ пользуется популярностью. Сам же завод импортозамещения не ограничивается производством только расходников. Элементы проточной части компания производит, то есть и сепаратор, и прижимные втулки, и поршни. То есть сейчас уже, наверное, процентов 80 мы производим сами, не считая вот корпуса пока что. На третьем газовом промысле данные клапаны работают более 20 лет. Отечественные уплотнения, которые должны выдерживать высокие давления, газодобытчики здесь применили впервые. Мы установим мокл на штатное место и будем наблюдать, как он себя ведет. Если все результаты будут положительные, то запускают серию и будем отказываться уже от импортной продукции. В цехе осушки газа ГП-3С 12 клапанов Mockweld. Если опытно-промышленные испытания на одном из них закончатся успешно, голландские уплотнители постепенно заменят уральскими на всех установках комплексной подготовки газа. Данная работа выполняется в соответствии с утвержденной программой и контролируется профильным департаментом. Дмитрий Дугинов, Заполярное месторождение.